еще окна какие-нибудь, жарко. У меня сегодня первый раз телефон завис. Я когда фотографировала кое-что, он у меня сфотографировал, и все. Ни на какие кнопки не нажимается, не выключается, ничего. Я его принудительно перезагрузила. Я тебе говорила, да? Ну как, я нажала сначала на вот эту кнопку, которая сбоку. Такая, нажала и держу, он что-то не выключается. Потом я стала вспоминать, что ты мне говорил, на какие кнопки нажимать. Нажала на уменьшение звука и на вот эту кнопку маленькую. Опять держу. И выключился. Ну, я не поняла. Короче, выключился. Перезагрузил. Ну, в общем, с почином. Первый раз. Вот все, у кого есть собачки, они гуляют по вечерам, ходят. А я не гуляю. А я не гуляю, потому что у меня нет собаки. Ты когда будешь спать, ты когда будешь на самом дне сна, я тебе в ухо буду шептать: купи мне собаку. Ты такой проснешься и подумаешь, что почему бы не купить Ане моей собачку маленькую? Вот такую. Маленькую. Настоящую, не игрушечную. Каждую ночь я буду тебе внушать это во сне. Когда-нибудь в один прекрасный день. Спустя 30 лет? Нет. Ты внушишься? Нет. Когда я смогу завести себе собаку? Сначала мне мама не разрешала, теперь ты мне не разрешаешь. Когда я смогу завести себе собачку? Парочки гуляют. Чего вот мы дома сидим с тобой вечерами? Чего ты там? Ой, хлопнул. Мы решили с Вовой съездить за покупками. Сначала хотели в Ленту, в итоге решили в Магнит съездить. После работы Вова меня забрал. Я до 8 работаю, 8 часов он меня забрал. Мы приехали домой, покушали, отдохнули полчасика. И вот сейчас в 10:30 едем в магазин. Так удобно то, что магазины работают допоздна, а некоторые вообще круглосуточно работают. Ты в ритме танца. Ты в ритме танца. Ты в ритме танца. Ты в ритме танца. Такая музыка красивая. Даже тут порошком пахнет, около мяса. Уже рука устала так держать. А палку ты думаешь, не устанешь держать? Палку я вот так вот же буду держать. С опущенной рукой. Ты еще контейнеры? Мы хотели контейнеры. А, точняк. А вот баночки эти, смотри. Очень красивые баночки. Вот. Под чай, под кофе я хотел. Под кофе тоже ты хотел? Да. Слушай, ну очень красивые баночки, мне нравятся. Ну под чё они, Сколько они стоят? В пределах 100 рублей.
Где как старые, да, такие стоят? Да-да-да, я помню. Но они прикольные. Сейчас тоже, да, прикольные стоят? Да. Это вот мне очень даже крутая. Да, очень крутая. Мятые, правда. What is it? А. Айс? Да. Это берешь в холодильник. Как понимаешь, в холодильник ложишь, чтобы эта жидкость замерзает, она не застывает, она холодная и долго держит холод. А как его? Мягкий. Как ему остужать, например, напитки? Ну туда вот сосовываешь, вот же сумочка. А как оно формируется по клеточкам по этим? Или оно целая ледышка, как кирпич? Что кирпич? Короче, ладно, я не поняла, как он действует. Да вот эта штука холодная становится. Она просто холодная становится. Да. А как, например, мне сок охладить в стакане? Вот сюда засовываешь. Стакан? Да это для бутылок это. Ну так сразу и говорите, что это для бутылок. Так написано даже так. Мне я не видела. С камеры ходишь, ничего не читаешь. Так и говорите, там все сказано. Вот эти всякие контейнеры. Мне такие контейнеры не нужны. Я хочу... Еще раз скажи, как... Тупервар. Тупервар я хочу. А чем они по кияру? И зеленый в ленте покупал. Когда мы с тобой дома об этом разговаривали, я тебя поняла так, что это тоже тупервар. Вот этот контейнер, я поняла, что зеленый? Это тоже тупервар, да. Не, я же говорю, в ленте покупал. Ну, короче, нет, это не тупервар. Они же... И вот я потом такая спрашиваю, нифига, его можно в ленте купить? Ты говоришь, да. Я и подумала, что нифига себе, тупервар продается в ленте. Вот такие очень прикольные, да, они прям как стеклянные. Внутри... Только если они испачкаются, они потом тоже фиг отмоешь. Не урони только, да, они тяжелые. Гарньер вот вроде рекламируют, активный контроль. Я не знаю, нормальные они или нет. Ты когда-нибудь пользовался дезиками, спреями? Может, помнишь, покупали? Нет, я забыла уже. Но и что, как тебе? Прям сушил. Нормально? Да. Помогает, да? Да. Так, а что тогда выбрать? Гарньер 149 и Невея 149. Что еще здесь есть? Адидас 199. Так. Чё, я, наверное, Гарньер выберу, попробую. 48 часов. Чё, его никак не понюхать? Рексона. Невидимая. Вот эта невидимая Рексона, знаешь, она очень даже видимая. Ну ладно. Я не верю уже. Бери. Бара. Че, какую выберем? Я не помню, какая у нас была. Зева? У нас была лента. Как ты так все запоминаешь? Крошка моя. Я постоянно путаю, как оно правильно. Нерафинированное. Вот это может что-то такое, да? Кажется, да. Вот и все рафинированное. Ароматное. Так, ну оно тебе не понравилось, да? Вот. А, точно, Глейд. Вот она, Глейд. А какой у нас был запах, ты помнишь? Ты такой же хочешь, да? Нет. Чтобы не повториться и точно такой же не купить. Давай, скидри. Сейчас мы опять с тобой тут напшикаем. Нанюхаемся. Ты как будто бы ждешь час, полтора. Ты же все равно домой не хочешь по-любому. Что дома делать? Можно постоять здесь. Короче, Вова предполагает, что покупки нам обойдутся примерно в 2700, а я ставлю на 2000. Полторы ты сказала. Я сказала... Полторы. Полторы, две, ну ладно. Вова выиграл. Мы заплатили 2688. Вова
говорил 2700, я говорила 2. В итоге чек на 2688. Ты часто, да, угадываешь? Скажи мне спокойной ночи. Мы с тобой проходили 12:30, 1:40. 1:40 на походы по магниту. О, супер, я бы прям еще до сих пор погуляла бы. Давай.